Всем привет! Заказал тут недавно трафаретики себе. Вот такие вот, под ноутбуки. Ну, конечно, ожидал я лучшего. Тут трафареты, конечно, красивые, все такие, туда-сюда. Но они, конечно, мало пригождаются. То есть, вот эта вот пачка трафаретов, она мне практически совсем нигде не пригодится. То есть, тут шары у меня 0,6, я не знаю, это какие старые буки, сейчас такие уже не носят на самом деле. То есть, куда их там ставить, пачка целых трафаретов. Что-то там было написано 200 с чем-то там штук, 250 что ли. Ну, посмотрел, то есть по партиям они все разложены, конечно. Заказывал я в этом, в Китае, обычный набор. Ну, шел недолго, там, наверное, недельки две, наверное, сразу же пришли. То есть, мелкие вот такие вот трафаретики, не знаю под чё. Вообще, говорилось то, что это, конечно, обычные трафареты. Ну, чё мне ими катать? Тут, конечно, МТК 6226. Ну, больше похоже на какие-то процы от планшетов. То есть, ну, ладно, МТК. МТК нам понадобится обязательно. То есть это хорошо, что у меня есть МТК-шный. То есть под 0.5 тут опять же разложено все. Что это у нас здесь? 2001, по-моему. Север. Нет. Вот это север 2001. Ну, в основном по северам что-то такое вот. Видеочипы. Видео. Ну, не знаю, я такой вот... Такого чипа давным-давно уже не видел, но такие вот, я это вообще не знаю, что это такое, конечно. G200-103B3. То есть, понятно, что это видеочип какой-то на 0.5 шарах. То есть... Ну, есть, конечно, хорошие трафаретики. То есть, опять же, мне под видеочипы, под северные мосты, в принципе, это хорошо. То есть, если по одному трафарету покупать, то они там стоят, и если их в розницу покупать, естественно, там, они 300 рублей стоят, одна штука. Если в каких-то оптовых покупать, то за 50 рублей за одну штуку. Ну, у меня где-то вышло около 2000. 2,5, то есть я купил сразу 250, то есть, ну, естественно, это все поделить, оптом дешевле получится. Ну, понятно, что они мне наложили каких-то непонятных тут трафаретов, которые, ну, в навесах. То есть, я покупал их только из-за того, что мне нужны были трафареты на, я думал, там, на i5, i7, БГАшные будет, короче, ну, их очень мало, на самом деле. То есть, вот эти вот трафаретики под BD-82, там, P55, это хабы у нас интеловские. Это у нас HM55, тоже интеловский. Тут у нас, не знаю, что это такое. Может, еще попадется тут. Так, это у нас SR071. Это, по-моему, i3, i5. То есть, неплохой трафаретик на самом деле. Но на i5, по-моему... Там идет у них, тут немножко прорезь такая должна быть, чтобы... То есть на самом процессоре находится несколько кондеров. Можно их, конечно, сносить, потом расставлять на самом деле. Так, универсальных тут под 0.4, 0.5. В принципе, есть под ведла. А, вот они. Вот он. То есть, опять же, эту вставочку можно будет вырезать. Если она мне не понадобится особо. То есть я ее могу отсюда чекрыжить и так будет проще катать. Вот. Есть хорошие новости, что у меня здесь лежат трафаретики под память. Под память. Где-то я тут видел сейчас. О, вот они лежат. Так, память у нас. Рыболить память. Это у нас... DDR2 на 2, DDR2 на 3,
DDR 3 есть. Память для планшетов, в принципе, неплохие. Что у меня тут еще? Ну, понятно, вот эти вот я даже показывать особо не буду, там разворачивать. То есть тут ничего особо такого хорошего нету. То есть 0,7 шары. Тут что у меня что-то тут непонятно, что написано, ну ладно. Так. Ну, перемешивать эти не буду. Ну их нафиг. Эти мне еще понадобятся трафаретики. То есть, тут неплохая сборочка. Эти вот у нас. Ну, опять же, под старые бедла, на самом деле, если вы занимаетесь восстановлением ноутбуков, то есть, такие трафареты обязательно пригодятся. То есть, есть много видео чипов, которые очень-очень древнестарые, которые, ну, рыболить их, естественно, никто не будет рыболить. То есть, если неправильно сел, либо покупаете чипы на бисвинце, но так как у него вот такая вот площадь, то есть, нижним прогревом вы просто его спалите. Надо его обязательно перекатать на свинец, чтобы температура плавления у нас понизилась, естественно, и он припаялся намного быстрее. То есть, так, тут у нас универсальненькие трафаретики, на самом деле важненькие, чего нет. Вот, например, TSX-188, такие попадались на старых, на тошибах. То есть старые буки еще ремонтируют на самом деле. То есть сколько бы они там дешевые бы не продавались, люди привыкли к этим букам. Acer эти 5520, это, конечно, вообще ужас. Все на помойку бы выбросить, а все их ремонтируют. То есть вот чем я хотел сегодня с вами поделиться. Рассказывайте, какие есть у вас трафаретики, и может быть будем созваниваться, обмениваться там, какой надо. И все такое. Подписывайтесь на канал. В дальнейшем будем рассказывать, как рыболить. И все такое. Всем спасибо. Всем пока.